Ну, полный коркиш? Да, почти. Утро 6-го дня. Отличная погода. Насколько она отличная для щуки, мы узнаем. Минут через 30-40. Сейчас 6:20 утра. Солнышко уже встало. Один экипаж, Алексей с Андреем, уже часа полтора, наверное, если все идет по плану, как ловят на дальнем кордоне. Вот. Телефон они не подняли, может быть, по нескольким причинам. Или просто забыли, или заняты руки. Пришли на дальний кордон. Андрей с Алексеем засыпали в лодке. Нас им нечем было удивить. Как и обещали, прогноз погоды утро было безветренным и солнечным. Стало ясно, что ребята зря торопились к рассвету. Надо ждать хоть какого-нибудь ветерка. Хотя помнится, и в такую погоду ловилась щука. И достаточно неплохо. Главное подобрать приманку. Вот и я пытался удивить джерком, но мимо. Определенно надо было что-то менять. Где-то там на мысу камни. Ты там и руками подошел? Там камни. Вот где-то чувак стукнул с мотора. Блин, а что-то клюнуло? Да? Ага. Ты серьезно? Ну, вроде как да. Я уже сейчас не могу быть уверен на 100%, но я в камыш закинул, что-то вроде клюнуло. Сработало. Ну, у меня такая вон фигня, видишь, джиг-головка с этим, с офсетом, поэтому она не очень хорошо... Но она не соскочила, видишь, если бы эти очень... Они когда клюют, они бывают забивают. Ну, как сказать, он в поводок иногда бьет, и вообще непонятно, что там происходит. Прохладненько становится. Да, хорошо. Ты, Паш, предлагаешь вернуться на угол? При таком ветре может ситуация очень круто поменяться. Не, я имею в виду про Отгодби. Давай с того берега. О! Как-то она так головой вертит, интересно. Вот это длинная и худая, по-моему. Да, что-то как-то... Thank you.
Но тревога. Как у Паши. Да, то же самое. Спасибо, Паша. For assistance. Она два раза хватала. Я сначала думал, обно зацепил. Потом думал, побыстрее буду мотать. Чуть начал ускорять и сразу дунс второй раз, блин. И потом понял, что это не дно. Немного пройдя по незнакомым местам, мы все же вернулись на наш любимый участок, называемый Годби. Никого из наших уже не было, и мы попытали счастье уже второй раз в этот день. Ах, увидела подсак. Увидела, да. Хотя там не очень она и зацепилась. Ну слушай, ну двушка точно есть. Это не маленькая. Балдес. Двушка точно есть. Тихо. Двушка. Ну да, есть. Двушка есть. Может, 2,5. Одни и те же приманки, да? Ну это Пашина заслуга, вот эту приманку найти. Это факт. Вот она, я заметил, как только щука становится пассивной, вообще конкретно пассивной, эта приманка работает офигенно. Как только она становилась активная, да, сразу макароны яркие начали работать. А вот это вот, как только вот я говорю, упирались там, бумс, блин, у Паши есть там 5700, бамс там 3800, блин, такие экземпляры. И, в принципе, эта вся щука, она такая тупая была. Ее было трудно было вывести. А вот эта тиога, ее явно что-то ей там, ну... Ну какой-то звук создает еще. Вибрация. Когда она идет. И куда это идет? Ребята, а клев-то начался. Слушай, на эту, на легкую палку, на легкую палку. Не видно ничего? Я думаю, а, или вы вставать не хотите? Ну давай вставай. Слабину не давайте только. Потому что я не видел подсечки, я не знаю, что там. Ну, вроде не очень. Вот, хорошая. Ну, небольшая. Ну, главное достать. На микроджиг самое то. Ну все, ты лови, мочи ее. Ну все. Ну! Вот, попалик разловился. Килошка. Килошка, точно. Зачетка. Ну, килошка. Зачетка, микроджиг. Класс. Слушай, а может сейчас активизируется что-то? У нас уже 4. Она не вокруг голова? Ее не с той стороны брюшно выпустила, она через жабры, по-моему, не лезла. В итоге оказалось, что мы не зря зашли на это место. Щука была достаточно пассивна, но все же интересовалась нашими приманками. И пока не наступил полуденный зной, мы выловили несколько экземпляров, которые поддались на наши уговоры. Можно считать, что на сегодняшнее утро у нас получился хороший улов. И на углу может какой-то экшен. Ну все вроде. Жесть. 22 или сколько сейчас? Наверное, единственный минус этого шикарного коттеджа — это то, что он находится достаточно далеко от причала. Ой, ну, это был неправильный голос Америки насчет напороли. Под палящим солнцем рыбачить достаточно утомительно, да и к тому же вставали мы с утра рано, поэтому не мешало бы вздремнуть.
Ближе к вечеру, основываясь на слухах от рыбаков, что в сумерках клюет судак, решили попробовать ловить и эту рыбу. Расспросили, где, как и на что. Пока солнце было еще над горизонтом, пошли на щуку. Сегодня ее уговаривать было из разряда невозможного. И все же поклевки были. Сошла. Ну, большая, да? Адреналинчик. Не говори. Главное же только что кинул туда, и опять повторил, и она бабахнула. Да, 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 да. На полдороги, ну как. Давай вот потом дальше пойдем. Слабо. Ну, не знаю. Что... Ну, это, наверное, эта, которая ходила там, тыркала, да, нет? Небольшая. Если я даже не забагрил кого-то, честно говоря. Не, щучка. Ну, жаркая погода, на мой взгляд, не является в это время года причиной такой заторможенности рыбы. Эта щука била приманку 3 раза, но пасть так и не открыла и попала на крючки снаружи. Это больше похоже на охрану кладки самцом. А еще в этом же месте камыш гулял от нереста леща. И уже потом я подумал, что щука, скорее всего, уже покинула место нереста и стояла где-то недалеко на свалах, а не там, где мы ее ловили. И как только солнце скрылось за лесом, мы отправились за судаком. Место ловли представляло собой узкий перешеек с глубиной 1,5–2 метра и грядой относительно мелких камней на дне. Целенаправленно судака я на оландах еще не ловил, но в прилове попадался, как на воблеры, так и на мелкие силиконовые приманки, когда ловили окуня. Но пройдя сначала с эхолотом, наличие рыбы он не показал. Поэтому я очень сомневался в нашем успехе. Пытаемся поймать судака. Одиннадцать 20. Ну тут в компании 2 лодок с поляками. Стоим, пытаемся тут джиговать. Одна поклевка уже, что-то наподобие поклевки было. О, как там щука гуляет, или лещ хотя. Судака мы так и не поймали. Поляки вытащили при нас 2 небольших, но упираться не стоит, приедем в Латвию и наловим. Бокал виски и сигара стали завершением очередного дня на оландах. День 7. Погода совсем не щучья, но по теории, учитывая температуру воды, после нескольких теплых дней очередная часть щуки отходит от посленерестовой болезни и начинает охотиться. Вот только надо первым попасть в это место. Начали с годби. Чисто
дополнительного экшена, знаешь? Интересно. А если лепесток поставить от вертушки? Это, конечно, супер. Да. Так, ну что, последний день. Он трудный самый. Откидали час на дальнем кордоне. Все молчит, у всех пусто. Даже красивый пескарик не сработал. В Арнисе с Эдиком тоже пусто. Вадим с Андреем тоже сказали, что глухо. А вот это именно то место, на которое мы делали ставки. Это трешка. Давай, 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 бери. Да. Ушла. Ну давай, беги. Через дырочку. Через дырочку, да. Ну, это четверочка была, я думаю. Ну, это больше, чем трешка. Она попала именно в дырку или еще одну сделала? В дырку попала. А, четко в дырку, да. Ну ладно, будем считать, что я ее все равно отпустил. Просто можно было так под саком закидывать, но я уже не стал. Смотрю, она сегодня там. Я приняли решение ставить упор на силиконовые приманки, в частности Тиога, так полюбившаяся нам. Главное достоинство этой приманки – удобное оснащение офсетником, и тогда можно смело забрасывать в камыш. У этой приманки низкочастотная и амплитудная игра, и, как мы уже убедились, на нее ловится как активная, так и пассивная рыба. При достаточно ярком солнце в этом свете это был лучший вариант. Безусловно, периодически нужно переходить на воблеры, это всегда приносит успехи. Ну, может быть. Ну, видишь, ты вытянул, оп, хомуха. Ну, что я могу тебе сказать? Продолжается? Если посмотрю, что там у меня произошло. Ты закидал вдоль камыша? Да, да, вдоль камыша закинул, и удар был. На крючок. Что это такое началось? В один момент явно почувствовалась активность рыбы. Поклевка за поклевкой. О, блин. Тяжелая. Куда она ушла вообще? Блин, тяжело. А, нет, ой, какая в язвах вся. Жуть. Да, к сожалению, все чаще встречаются щуки с язвами. Насколько я знаю, эта болезнь называется щучья чума. Для людей она не опасна, но употреблять такую рыбу в пищу не рекомендуется. Проявляется эта болезнь обычно после нереста, когда иммунная система ослабла. Наверное, правильнее было бы изъять эту рыбу из водоема, а не отпускать. Но не будем о грустном, ведь везде в природе существует свой естественный отбор. 3600. Ну, 3500, допустим. Не-не-не, не трупс. Ну все, значит, у меня теоги кончились. 350 грамм под сак. Значит, трешка. Ну, затрешная, то есть уже получается. А такая сетка вроде красивая. А на самом деле режется как фигня вообще. Но мне повезло. Пашка мне выделил одну приманку из своих уже покусанных. Супер просто, супер. Туда, да? О, есть, есть, есть. Мегабас. О, зачем заливчик? Вот и воблер сработал. Как я и говорил ранее, обязательно надо чередовать.
Единственная проблема, что не всегда его можно добросить до нужного места, так как по сравнению с резиной его полетные качества намного хуже. Мать, мамка вышла. Это за четверку. Да, да, это нормально. Если ну вот, в вот, она тоже ко мне подошла размера, и... значит, есть еще шанс здесь поймать трофея. Как я заметил в предыдущие поездки, если крупная щука активна, она начинает вытеснять мелкую, и в какой-то момент попадаются только крупные экземпляры. Опять ну, точно, же, это при условии, что она не ушла отсюда после нереста. 5120 минус подсак, это значит 4... 800? Да, 4800. Еще. Ну и момент, когда отпускаешь рыбу, это тоже всегда яркое впечатление. И чем больше размер, тем больше эмоций. В последний день у меня уже стала традиция отпускать всю пойманную щуку. Бывало, конечно, что и начинали отпускать раньше, день на пятый, но последний день всегда. А щука как чувствует, когда начинают отпускать, она начинает активнее ловиться. Есть? Не, ну это небольшая, но все равно, блин, это представляешь, мы бы сейчас... натащили бы. Да. Может так исправиться? Давай, да, попробуем. Просто я боюсь, чтобы тёгу только не порвало, чтобы... Ай, так клювик закусило. Это небольшая. Ну, достойно подсака. Хотя, в другой день мы бы её брали, наверное. Не, ну это зачётно, однозначно. Ну, слушай, ну просто фантастика. Не дается. Все нормально. Но это двушка. Это двушка. Так, где восьмерка? Мы ждем восьмерку. Они сейчас есть, 100%, только надо попасть в то место. С того же места, где ты пятеру вытащил. Удар? Такой удар. Такое ощущение, что там... Фух, так в руку дало. Вообще там все целое, что-то как-то... А нет, целое. Фух. Дало так хорошо. Видишь, сейчас одна резина с воблером вместе. Нет, не в конкуренции, а я думаю, что резина вытягивает по большому счету за собой. Воблер активнее идет. К сожалению, крупная щука, скажем, по сегодняшним меркам крупная, попалась пока одна. Уже две после нее попалось значительно меньше. Значит, скорее всего, действительно крупных здесь нет. Давай уже, все, попалось. Сейчас снимать подводные. Но вот что действительно компенсирует размер, так это сила. Морская щука очень здорово умеет сопротивляться, и даже 2 килограмма бывает оказывает сопротивление больше, чем щука в 2 раза крупнее, но пойманная в закрытых водоемах нашей страны. Фиг бы сошла. Давай, торпеда, вперед, красавица.
Блин, что-то оно тут погнуло мне. О, видишь как? О, хорошая. Ну не. То же самое, да? Она за камыш зацепилась. Нет. Камыш, камыш, вон камыш лег. Вот сейчас пойдет. Оторвало? Сначала мне показалось, что это что-то достойное. Щука после поклевки сделала рывок в камыши и зацепилась. В этом году уже две щуки у нас смогли освободиться таким образом, перетерев плетеную леску о камыш. Поэтому желательно первые 5 метров применять силовое вываживание. Но в данном случае Пашка все же справился с задачей, даже уже после зацепа. Это не тройники, поэтому не так все страшно. О, давай. Ох, я снял это. Это то, о чем я говорил. Потеряв столько энергии, пока ее дотащили до лодки, она еще делает свечку. Эльдорадо просто. Ух ты, блин. Черт побери. Моя очередь. Давай. Опять оттуда же, грубо говоря, откуда я только что это вытащил. Не смылся оттуда. Да, да. О, адреналин. Я просто сейчас удар был такой. У меня опять это уровень поднялся. Слушай, ну хорошо опять стукнуло. Где-то в камыше прямо. Безусловно, все относительно, ведь 4-5 килограммов – это очень хороший размер, но хочется поймать настоящего оландского крокодила – 10 и более килограмм. А с другой стороны, процесс. Такое количество поклевок за короткий промежуток времени – это, наверное, самый лучший день, ведь вся рыбалка была достаточно трудовая. Так, а у тебя где? Последний день щука порадовала не только нас. Вадим с Андреем тоже отлично провели время на воде. Попробовали ловить на диповые воблеры, что дало результат. А также разведали на несколько новых мест. Случилось даже так, что одного подсака было мало. И пришлось брать вторую щуку, не отцепив еще первую. К удивлению Вадима, на ту же самую приманку соблазнился и небольшой судачок. Остальные же наслаждались бойкими поклевками окуня, которого к концу поездки уже наловчились ловить все. Ну а мы с Пашкой, вдоволь насладившись отличной рыбалкой, направились в сторону окуневых точек, чтобы поймать пару десятков окуней для копчения на гостинце. И попрощавшись с щедрыми водными просторами, до следующего раза двинулись в сторону причала. А на берегу папа Алик уже готовил коптильню и занимался закладкой первой партии. В этот раз он был главным в этом деле и добился отличных результатов, за что ему отдельное спасибо. В каждом деле нужен свой подход.
по количеству много, но свою задачу я выполнил. Хотел побить рекорд 450 и вот поднял планку до 5 килограмм 30 грамм. Рыбалка трудовая. И заплакали. Да, это байт увез. В общем-то, приходилось попахать, и пахали много. Шикарно. Ну, каждый день хорошо прошел, не было никаких проблем, компания замечательная. Ну, рыбалка так сякнет, потому что я первый раз здесь. А... Самая лучшая поклевка? Самая лучшая поклевка. Запоминающаяся, может, там это... Ну, сход был очень крупной щуки, порвало леску. Да? Да, будем справляться. Окей. Наматывать канат и не давать шансов. Что запомнилось? Ну, наверное, Андрей фрикцион на пирсе. Это было круто. Это было круто. Он нам классно. Да, это мой юбилейный 5-й раз. Ну и как? Было шикарно. Погода была просто супер. Обычно каких-то 2 денька у нас поливал дождь, а тут просто 3 капли, причем при этом ловилась щука. Это были первые дни. Вот. И главное, что самое главное, что вот щука плавно была распределена по всем дням. Каждый день, включая сегодняшний, у меня была шикарная рыбалка. Рыбалка была даже, наверное, больше эмоций доставила, чем во все остальное время, потому что это было завершение, и очень хотелось, чтобы вот так поставить точку. Там вся щука была отпущена, и в этом, наверное, и было основное удовольствие, что как бы все осталось. Вот так и подошла к концу моя 5-я поездка на Оленей остров. Мы настолько увлеклись рыбалкой, что воспользовались сауной на берегу уже во второй половине последнего дня. Поиграли в футбол, посоревновались в точности в мини-гольф. Но все эти развлечения для меня ничто по сравнению с настоящей оландской рыбалкой, которую мы ждем целый год, а проходит она на одном дыхании. И именно этими яркими воспоминаниями ты живешь и ждешь следующего раза. Но в этот раз нам осталось только собрать вещи, погрузить их в машину и двинуться в порт. Да, кстати, совсем забыл назвать победителя наших соревнований. А победил у нас Пашка, который поймал щуку на 5700. Да, именно ту щуку, которую мы с ним поймали вместе во второй день нашего пребывания здесь. Ну а мне в этот раз выпала честь быть самым успешным рыболовом, выловившим самое большое количество щуки. Что ж, до скорой встречи, Оланды!